Всем привет! Ни для кого не секрет, что сейчас, в связи с пандемией коронавируса, найти антисептик для рук в торговой сети практически невозможно. Поэтому предлагаю сделать его своими руками в домашних условиях. Рецепт этого антисептика я на днях услышала по новостям на одном из телеканалов. Купила в аптеке необходимые препараты, этиловый спирт, перекись водорода, глицерин и эфирное масло розмарина. Можно брать любое масло. Но я нашла розмарин, взяла розмарин. Можно эхиноцею, эвкалипт, какой вам больше нравится. И теперь буду колдовать. Смешивать можно в любой емкости. Я буду прямо в бутылочке со спиртом. Здесь есть место немножко. Думаю, все препараты сюда поместятся. Беру шприц на 5 мл. Набираю перекись водорода. Так. Ровно 5 мл. И отправляю к спирту. Дальше набираю 2 мл глицерина. Шприцом это делать очень удобно. 2 мл и тоже в бутылочку сюда. Затем беру эфирное масло, у меня розмарин, и капаю 5 капель эфирного масла. После чего бутылочку закрываем крышкой и хорошо размешиваем. Вот и все, домашний антисептик от коронавируса готов. Теперь остается разлить его в какую-нибудь бутылочку, на которую есть распылитель. Чтобы не поразливать, возьму это все шприцом. И перелью. Такая вот у меня есть бутылочка от разливных духов осталась. Вот такая она небольшая. Удобно будет в карман или в сумочку поместить. Остальное закрываем. И храним при комнатной температуре. Все, наш антисептик готов. По необходимости брызгаем на руку, хорошо, не жалеем. Затем в течение 30 секунд хорошенько втираем это все в руки, включая запястье. И таким способом обезопасим себя от коронавируса. Соблюдайте правила личной гигиены, старайтесь избегать скопления людей и будьте здоровы! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!